12 березня Слов'янськ відвідав відомий український автогонщик, журналіст, телеведучий та співак Олексій Мочанов. Авторські пісні та кавер-версії хітів співак подарував у цей вечір гостям клубу-ресторану «Барель». Це вже не перший візит у Слов'янськ. У насиченому творчому житті Мочанова велике місце займає волонтерство. З початку червня співак допомагає українським військовослужбовцям і мешканцям зони бойових дій. Крім того, користуючись нагодою, співак вирішив поділитись творчістю і слов'янцями. Він зазначає, наразі жителям східного регіону приділяється мало уваги з боку артистів та музикантів. Чому поїхали в Донецьку область? Какова цель? Що хочеться донести? Що ожидаєте? Починаю з початку июня. Ми катались тут по блокпостам, по воїнським частям, по яким-то базам. В основному грали для воєнних, міліції, СБУшників, тих, хто був задействован в этой войсковой операции, которую я не особо воспринимаю как АТО. Ну и никто нормальный так не воспринимает. Вот. И как-то местное население немножко обделено было нашим вниманием, разве что там где-то на блокпостах, там в Углегорске, в Дебальце, мы там сидели, где-то играли, ребята проходили место. Ну, знаете, что-то особо желающих там залезть за стол, где сидит куча людей в форме. Не надо, мы как-то сами. Очень хотелось, не знаю, там миллион раз проезжал через Славянск. Вот очень хочется просто пообщаться, поиграть не для военных, которые не обделены вниманием, а для местного народа, посмотреть, чем люди там дышат. Все, конечно, народ разный, но я думаю, что те, кто будет сегодня идти на концерт, они понимают, к кому они идут, примерно понимают, там, о каких песнях будет идти речь. И просто... Как говорил Ушаков, музыка – это вид искусства, в котором эмоции, переживания и идеи передаются с помощью ритмически организованных звуков и тонов. Вот наша задача – какой-то людям создать настроение, не подарить, не с какой-то миссией, как Рафики, там, «See behind the can't you see» в «Короле льве». Ну, это просто прикольное, классное заведение. Народ про нас мало ли что думает, да, там, живут все в Киеве. Жрут снегирей, там рисуют свастики на углах дома, пьют кровь младенцев. Ну там же натрещали кучу всего. У нас в репертуаре всего одна украиноязычная песня. Это старые фотографии Андрюхи Скрябина, с которой мы с ним дружили и, к сожалению, месяц назад погиб. Вот. А все остальное свое. Может, там Макаревичек какой-то споем смысл жизни и... Не знаю, там играть для местных десантную синеву, потому что солдаты ее очень любят. Местные, наверное, меньше. И час назад были 15 км от Дебальцева, заскочили к ребятам туда за Мироновское, завезли хлеба, мыльно-рыльных, там каких-то паштетов, сигарет. Ну, вот, к сожалению, стрелкотня не прекращается. Где-то там и грабы где-то вляпают. Очень хочется, чтобы быстрее кончилась война. Говоря о гуманитарной помощи, вы же, в принципе, могли бы этим не заниматься. Понятное дело, что-то вас мотивирует. Что именно мотивирует? Почему вот вы не остаетесь безразличным в стране? Я приехал первый раз еще в Изюм. Еще, к сожалению, в Славянск было не доехать. Вот. Приехал к друзьям, попил песен, взял, там привез немножко там сигарет, какой-то воды, не помню, туалетной бумаги. Вот. И я приехал попеть, поиграть, пообщаться, без гуманитарки. И в общении было понятно, там чего-то не достает, да, там по ночам тяжело на блокпостах, тепловизоров нет, этого нет, этого нет. И в следующий раз приехали, взяли с собой побольше, да, там, потом еще побольше. Потом пришлось менять легковую машину на бусик Mercedes Vito. Для многих волонтерство это такой социальный лифт, да, там был так. Незаметным человеком сейчас, волонтера. Я просто водитель-перевозчик, и все. Мы там, у нас есть телефоны, мы можем созвониться, узнать потребности, купить, загрузить машину, привезти. А когда бабушка там какая-нибудь подходит в реально супермаркете, говорит, что там у меня внучка подписана на вас на Facebook, я знаю, что вы ездите, разворачивает этот носовой платок, в котором там смятые гривны, там я вот куплю чая, бабуля, давайте я куплю от вас там кофеечку. Нет, я должна там сама. Как-то народ верит. К
Крім жителів Слов'янська, виступ відвідали і військовослужбовці. Співак залюбки залишив автографи та сфотографувався із шанувальниками. Рядовий солдат Артур приїхав із Дніпропетровщини. Давній шанувальник творчості та діяльності Олексія Мочанова. Знаходячись далеко від дому, такий виступ – віддушина. Олексій Юрійович дуже знаменитий у нас чоловік. Хотілося б пожелати йому кар'єрного росту і благополуччя йому і його сім'ї. Чесно, вже устали воювати. Дома хочеться, да? Так, да, вдома. Сім'я, діти.